На дорогах нашего региона стали появляться новые дорожные знаки и пешеходные переходы. Вчера стартовали работы по замене указателей, которые пришли в негодность из-за времени, погодных условий и вандализма. По словам начальника службы автомобильных дорог в Днепропетровской области Дмитрия Гончарова, Днепропетровский облавтодор получил задание установить до конца года 1500 знаков. Но пока из них заказаны и оплачены только 500. Сказались проблемы с финансированием и недавним арестом счетов службы. Обновить подсказки для водителей и пешеходов обещают в ближайшие месяцы.